И к другим новостям. Славянские предприниматели объединились. В славянском городском поселении официально зарегистрирован Совет предпринимателей. Наш корреспондент побывал на одном из первых заседаний нового объединения. В кабинете главы Славянки 5 июля собрались предприниматели, сотрудники администрации и депутаты. Совет предпринимателей при главе был официально зарегистрирован совсем недавно, а вопросы у местного бизнеса назрели давно. Поэтому первая встреча получилась длиннее, чем было запланировано, а также достаточно конкретной. Со свойственной бизнесу хваткой предприниматели не стали ходить вокруг да около, а сразу стали озвучивать свои вопросы. Не отмалчивалась и противоположная сторона. Так начался долгожданный диалог между властью и бизнесом. Очень бы хотелось наладить этот диалог. И хотелось бы, чтобы не бились на баррикадах бизнес против власти, а смотрели в одну сторону. То есть это и развитие предпринимательства, это и пополнение бюджета. И это создание нормальных условий для развития бизнеса в районе и в поселении. Да? Вот, поэтому совет и создан. На повестке дня стояли самые насущные вопросы, такие как лицензирование на летнюю торговлю в рекреационных зонах, незаконное предпринимательство, кадастровая стоимость и ставки арендных платежей на землю. Нашли понимание с властью, что будем их не только обсуждать, мы будем шаги конкретные делать для того, чтобы изменить и улучшить климат, бизнес-климат в районе. По тем вопросам, которые мы обсуждали, намечен план, намечены сроки, когда это будет сделано. То есть будем собираться, будем контролировать. На самотек это не пойдет, уже не получится. Поэтому я думаю, у нас хорошие шансы наших предпринимателей сплотить. Сегодня главная цель совета – объединить местный бизнес. Тогда можно будет совместно решать возникающие вопросы и эффективно сотрудничать с местной властью. Ведь цель работы и предпринимателей, и сотрудников администрации одна – развитие и благополучие Славянки. Юлия Ульянова, Максим Львов. Новости Славянки.